Нарушили правила. Так, в День защиты детей на дороге пострадали 3 ребенка. Они находились в автомобилях, которые столкнулись на перекрестке улиц Октябрьская и Льва Толстого. С травмами их доставили в больницу. К другим происшествиям и вновь соль. У 24-летнего жителя Коврова изъяли 12 перемотанных изолентой полимерных пакетиков, внутри которых находилось кристаллическое вещество белого цвета. Молодой человек был задержан в районе Комсомольского переулка. Экспертиза показала, что в пакетиках находилось в общей сложности 5,653 грамма синтетического наркотика, известного среди наркозависимых как соль. Наркотик предназначался для сбыта на территории Мурма методом тайников-закладок. Житель Коврова заключен под стражу.